кот по мотивам книги доктора Суса. Видела бы ты свое лицо, будто на тебя напал монстр. Монстр? Где? Вот это встреча. Что это было? Не знаю, какой-то громадный кот. Громадный? Я предпочитаю, чтобы меня называли широкоплечий. Мы тут от кого-то прячемся. Если хочешь, можешь петь, поумнеть и поглупеть. 100 желаний все твои, так скорее их хвали. Хочешь вместе, хочешь врозь, а ну-ка зонтик мне подбрось. Еще корт и тот, я очень горд напомнить всем, 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 что с катушек надо всем, 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 съезжать на миг, всем, всем, всем. 100 чудес награда тем, 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 кто съедет с них, даже самый серый день станет важным. Даже не светил, и пускай воротят морды чистокровнейшие лорды. Меня укачало. Вы сказали за пару минут, это невозможно. Ты глупец, мой дорогой. А вот это оскорбление. И еще уродец, вероятно, в мамочку. Ты назвал мою маму уродиной? Молчи, а? Это не шутки, я вооружен. Ой, кот, твой хвост. Что тебя смущает? О, все понятно. Я его отрубил. Вопрос спорный, потому что... Ах ты, помой! Потерпи, малыш. Слушайте, я не говорю, что мы будем судиться, но основания у нас есть. Обсудим позже. Все, идите сюда. Иди. Разрешаю взлет! Эти пустяки разнесут наш дом! Моя очередь. Их надо остановить. Это крошка, кот. Это чехол от пыли. А вот и она, суперскоростная тачка. Это что здесь смотреть, пошевеливайтесь. Бежим, вот сюда, заходим, сюда, сюда, сюда. Привет, привет, заходим. Сундук, и в доме снова будет порядок. Замок где? Здесь. Бежим, закроем. Не опускается! Салли, сейчас смет все отсюда унесет!
Семейство осталось дружным не без участия кота, в котором соседствует экстравагантность и милая простота. И остроумен он был, и красив, и, безусловно, умен. Друзья доверяли ему во всем. Настолько был милым он. Такие коты, говорили они, огромная редкость в наши дни. Ой, здравствуйте, я просто немного дурачусь.